Сегодня в селе Пристань Прикубанского района состоялось долгожданное событие. Открылась школа после капитального ремонта. Проведение работ стало возможным после видеообращения жителя к главе Карачаева-Черкесии Рашиду Тимрезову во время ежегодной прямой линии. Тогда и были даны все необходимые поручения. Альбина Ламкова продолжит. Школа маленькая, но уютная. После ее ремонта учителя и ученики, безусловно, рады вернуться в обновленные улучшенные классы и кабинеты. Ах, какой сегодня день! С праздником всех нас! Мы благодарны вам за школу. Желаем счастья и добра. Пусть вам сопутствует удача сегодня, завтра и всегда. Изменения непременно окажут положительное влияние на учебную среду и создадут более комфортные условия для получения знаний, было отмечено на торжестве. Благодаря инициативе президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и при поддержке Министерства просвещения, главы Карачаево-Черкесской Республики Рашида Борисбиевича Тимрезова, правительства Республики, сегодня строятся и капитально ремонтируются вот такие современные школы, в которые очень приятно прийти, увидеть модернизированное современное оборудование, обновленные классы. Но хочется отметить, что в рамках капитального ремонта у нас также все учителя проходят повышение квалификации. Ремонт проведен грандиозный. Заменили систему отопления, кровлю, электропроводку, освещение, внутреннюю отделку помещения. Завезли новое оборудование, парты и мебель. Действительно, после капитального ремонта школа заметно преобразилась, сказал глава Прикубанского района Ахмат Семенов. Он вспомнил и как все начиналось. Это позади. Теперь все получили замечательный подарок, о котором давно мечтали не только дети, но и жители села и района. Нас, родителей, радует то, что наши дети теперь будут учиться в красивых и светлых классах. Будут обеспечены безопасные и комфортные условия для получения знаний и их развития. Для гостей значимого события представили концертную программу. Дети исполнили патриотические песни. Мы твое будущее, Россия, просто нам нужно чуть-чуть подрасти. Завершился праздник экскурсией по обновленным классам школы, во время которой можно было услышать и увидеть много восхищения и радости. Осмотрели кабинеты «Точка роста». Новые учебные материалы и технологии могут помочь учителям более эффективно донести информацию до учеников, вдохновив их на более активное участие в учебном процессе. А что особенно нравится? То, чего у вас раньше не было, что у вас появилось? Говорить. Ну, рассказывайте. Микроскоп. Интересно с микроскопом работать? Ученики и педагоги с легкостью адаптируются к новым условиям, красивым, ярким кабинетам, современной мебели и оборудованным по последнему слову техники пищеблоку. Больше всех повезло первоклашкам. Они начинают дорогу знаний в комфортной и уютной школе, соответствующая всем необходимым требованиям и стандартам. За годы обучения она станет для детей родным домом. В этом ребята уверены. Мы будем жить здесь очень дружно. И станет школа дом родной. Здесь для учебы все, что нужно. Спасибо всем за дом такой. Рахим, что ты уже знаешь? Я знаю алфавит, писать. Читать, переписывать. Альбина Ламкова, Лип Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Прикубанский район.